В округе работает один из крупнейших в регионе складских комплексов. На территории торгово-логистического парка «Томилино» расположено более 40 построек, половина из которых – здания складского назначения. Объект с рабочим визитом посетил глава Люберец Владимир Ружицкий. 46 тысяч квадратных метров, где задействовано 1000 работников. На территории крупного логистического парка работает стремительно развивающийся складской комплекс «Томилино Девелопмент». 70% площадей здесь занимают логистические интернет-компании. Запчасти автомобильные, товары народного потребления, некоторые связаны с экспресс-доставкой, там совершенно разнообразные. Поэтому это логистические компании, поэтому непосредственного профиля товаров очень много. Руководители компании построили складской комплекс с нуля. Эксплуатировать начали в конце 2019-го. За короткий срок удалось найти надежных клиентов. Сегодня «Томилино Девелопмент» растет, получает разрешение на строительство еще одного комплекса. Мы поддерживаем подобное предприятие, потому что с точки зрения экономики, с точки зрения создания рабочих мест, это то, что крайне необходимо, не хватает сегодня. Более того, данное предприятие, оно в развитии. Вот мы проговорили с собственником, и они сейчас в стадии проектирования очередного такого складского комплекса. Новое помещение рассчитано на 15 тысяч квадратных метров. Склад поможет задействовать дополнительно 200 рабочих мест. Его открытие запланировано на начало 2021 года. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.